А теперь к оперативной сводке региональной госавтоинспекции. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 23 водителя, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишенные права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации на территории Калмыкии сотрудниками госавтоинспекции, вынесено 1594 постановления об административных правонарушениях. 17 января в 9 часов 25 минут на 212 километре автодороги Р-22 Каспий произошло столкновение 2 транспортных средств. Это грузового транспортного средства «Вольво» под управлением 32-летнего жителя Ставропольского края и автомашины «Шевроле Ланос» под управлением 39-летнего жителя Малодербетовского района. В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и малолетний пассажир автомашины «Шевроле Ланос». Еще одна пассажирка данного транспортного средства с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение. 20 января в 16 часов 30 минут 68-летний житель Чеченской республики, управляя автомашиной «Лада Гранта», двигаясь по автодороге «Элиста Ремонтная», на 12-м километре не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате опрокидывания водитель был доставлен в медицинское учреждение.